Впереди у Анастасии долгожданный отдых, поэтому балерина отправилась за новыми купальниками. Танцовщица не стала изменять себе и выбрала крошечные бикини. Дизайнер рассказала, Волочкова – ее постоянный клиент. Настя очень любит купальник с пайетками. Все, что вот блестит, яркое, сексуально и особенно розовое, Волочкова обожает. Ну, как бы вот этот купальник ей тоже понравился, мы ей под заказ сшили. Только трусики поменьше, потому что она любит поменьше. Ну, в принципе, ей большие не идут.